Здравствуйте, мои напрекраснейшие, чудесные, благородные дамы-подписчицы. Мои подписчики, бравые ребята. Ребята, вам тоже привет. Я корейский мужик Сом Вон Соп. Да-да-да, на носу уже Рождество. В честь этого я подготовил специальную лекцию. Я расскажу вам о том, как очень просто и быстро в домашних условиях сделать новогоднюю елочку, очумелые ручки в студии. Итак, сначала нам нужна гирлянда. Порыскайте где-нибудь фикс прайс. А теперь следуем за мной и моими очумелыми ручками. Теперь найдите, куда можно запихнуть эту гирлянду. Я... в общем... А, точно, есть тут одна вещичка. Так как я живу в студии на 9-м этаже, поэтому у нас есть огнетушитель. Вот так вот. Красивенько и с чувством изыска мы вешаем эту фигулину. Ну что, как два пальца? Легко, да? А, чуть не забыл, у меня тут гитарка все есть. Давайте-ка мои ручки и до нее доберутся. Вот, так вот, оп, оп, и получилось. Рождественская елка из гитары, готова. Шо, не ожидали, что так легко будет? Чего я еще не сделал тут? А, на 2-м этаже у меня есть стул. Погнали туда. Алле-оп! Я просто бог огоньков. Ребятки-котятки, я верю, что своими очумелыми ручками вы сможете так же сделать и дома. Крендельки мои, попробуйте такое дома. С вами я, корейский мужик Сом Вон Соп. В сердечке навсегда люблю и целую в пяточку.